На гроб рвут, ляжем. Подождите, дайте хилам отпить ману, а то два хила просели по мане. Не пуляйте, подождите. 30 секунд. О, смарт-кью, давай. Чё? Не, ну вот ты пишешь в этом, в чате. Вот он не хочет. Понятно. Давайте пуляем. Спасите. Фу, дайте на танк. Танки заберите. Блин, чё трэш по рейду? Танки заберите. Что за херня? На пол дайте. Трэш на танк. Просто. Да, что еще надо? Алло. Что? Шамана нашли? Я скажу, у кого запугивать. Шамана? Шаман что-то вылетел. Ну, естественно, я вылетел, мне интернет вылетел. Нашел я БДК. Если таблерон не зайдет, возьмем Капара Ршана. Таблерон зашел. Мак, поставь стол, пожалуйста. Все, таблерон опять. Сейчас это тему я настрою, потому что мы в этом шамане вообще не понимаю. Нифига. Сейчас сливы, у тебя же ретрика есть спик. Прекрасно. Потом спек. А, ты уже. Так, кто у нас сейчас танчит? Спекнет здесь еще один танк, пожалуйста. А, кто там? Некрономика, спекнись пока на трэш. Хорошо. Я трэш убери уже. А, я имею в виду на трэш босса. Так, мне плюс они от ПДК. Счастливый. Вы разобрались с бафами? Нет, счастливые каски. Smart Q дает нам. Кулаки Бьянка Монореги. А пол на БДК дайте, ханты. На протопала. Ну давайте на протопала, держи только. Так, у нас что, есть БДК в рейде? Зачем уже, ищем тогда? Уже есть. Он слабый. Во тьме гроб рвут. Весело. Метки выходит. Захиливайте. А, ханты иступления снимаем с босса покидать. Лоб, сейчас умрешь, уйди с рожи. Ребята, уйдите с-под морды. А, Лок молодец. Что, первый раз здесь? Смотрим метки. Вот прикольно, когда вот он кидает вот этот щит и мститель, особенно когда она летает. Вообще нравится. Блять, я не успел выйти. А тебе эти потом поднимите нас. Что, в первый раз тут? Да, в первый раз я в стане был вообще-то.
звезды полетели, да? Надо тиреться. Подождите. Рысните шамана. Шаман с тела стал. Хорошо. Сейчас не погуляйте. Сейчас мы бегуем. Сейчас придет. Агрессию. Подай заявку в гильдии. Агрессию. Подай заявку, чтобы нормально самому заходить по каналу. Член гильдии. Ага, дыка уже почти прилетел, ставьте шкаф. Некрономик, оставайся в танке, смарт-кью в танке и ПДК. А не лучше счастливый в танке был? Ну, пускай будет так. Не, некрономика твоя третья копия будет. Вторая смарт-кью, первый G-Lock. По бафам все ясно, паладин или повторить? Что ты хочешь услышать? Пиши. Дайте инту, пожалуйста. Да, есть. Есть рыбка у кого-нибудь? Руль, три параллельно ведем или кольцом? Один за другим. Не, параллельно, параллельно. Окей. Ну, третий, может быть, чуть сзади будет, и все. А так, первые два параллельно. Сейчас, подождите, ДКВРК зайдет. Дальше. Локи, плюсаните, у кого демон спек сейчас активен. У Soulfire вижу. Есть еще у кого-то? В идеале у серверок. Серверок есть другой спек, кроме демона? Дестрик. Давай, спек, если в Дестрик, остается нам этот Soulfire в демоне. БДК, ты зашел, РК? Ты нас слышишь? G-Lock. G-Lock. Здесь? Слышишь? Нет. Ага. А чё агрессив гуляет? Туда-сюда. Привет, G-Lock. Смотри, ты танчишь основу. Знаешь же, как танчить, да? Smart-Q ведёшь параллельно тому, как будет вести G-Lock с интервалом где-то в 5-7 метров от него. Ну, по линии. И третью нам некрономика. Чек и погнали. Дадим гиру на этом боссе на третьей копии. Все, давайте. G-Lock, иди. Иди босса. На пул дадите сначала на G-Lock. Холипал, держи получше танков. Хершан. Кум метки, отходим подальше от босса. Агрони рвем. Да, молодец, ДК. Хорошо. Метки, смотрите, на ком отходите, чтобы стаков ну, не было. Подходим чуть поближе. Маги, присты чуть-чуть, а то он далеко бежать будет. Далеко отвел. Подвигаемся чуть поближе. Лови. Смарт-кью лови. Вторую колку.
твой хил смарт кью. Смотрим на ком. Нет, я чуть-чуть смарт кью захил. Скоро три разделения, смотрите. Лови некрономика, даем Геру сейчас. Давайте Геру, только агро не рвем. Давайте смотрим. Кил БДК, прожимайтесь, прожимайтесь, давайте, прожмитесь. Ту иди, а то сбреет. Рулька! Твой... Чё? Добивается. Да ты так бегал перед этим боссом. Никто даже не упал. Молодцы. Этот, я понимаю, хороший танк. Без жри СПД мы бы упали. Святилище считалось неприступным. Уверен. А, он тоже хилил. Ну, молодец. Пока на стаку их его. Давайте, смотрите, некрономика слева, справа, смарт кью, это G-лук. Давай, ДК, танчу. Хотя, вливаемся по полной, чтобы ДК не упал. Там антихир, по сути, на танка не нужен, просто когда босс кастует, ДК таунтит в каст его, и на нем остается таргет, эфир сразу спадает. Там можно отшагнуть чуть-чуть, как раз не теряет, но он тебя бьет. Ну или так. Кто на какой спек еще раз рулит, пишем в РК, ник персонажа и спек, на какой вы рулите. Напоминаю, что во тьме все РДД остаются, ой, все МДД остаются, милики, а РДД во тьму выходят. Прожимайся, G-Lock. Блин. Уже 4 стака. Есть оверхильте G-Lock и танков. Что-то долго бьем. Ну, давай. Все хорошо, молодцы. Ты так, суслятина сейчас придет, по идее. Я в ДДТ поспекаюсь, да? Так кто спрашивает? Некрономика. Да-да, некрономика в ДД. Остается танчить нам Smart Q в свету. На него на пулы будут давать ханты. И G-Lock во тьме. Надеюсь, G-Lock нам умеет ему танчить, да? Вроде умеет. Болтар нормально танчит. Хорошо, все прекрасно. Хил по хилам, Бьянка и я остаемся в свету, жрец ПД у нас время, таблерон и Войд хилят тьму. Свету, в принципе, хилить нечего, если что, вы будете заливать ману. Доксон зальет ману Рокстеру, но это потом на третьей фазе, на второй фазе шаману зальете таблерону. А Эндриага зальет тогда Хуликпаву, потом по КД. СС можете раздать по друидам Воки, Soulfire на Доксон, Вуди Аллен на Void Starfall и серверок на Эндриагу. Подойдут тут, одну секунду. Во тьму заходим все. На второй фазе, потом выходят РДД и хилы в свет, в свету остается Холи Пау с танком, потом Холи Прист выйдет с собой. Так, суслятина тут, да, делаем чек, идем вперед. Милики, не стойте во фрейме босса, там дистанция почти 10 метров, чтобы доставать и убить. Все, давай, пуляй ДК, за линию зашли,
на пол даем, а деку агронируем. То стойте, вот чуть-чуть подальше босса и бейте. Так, в свиту кто нам подиспелит? Паладин подиспелит же в свиту, да, Бьянка? Живи, СПД, беги. Убегаем быстрее. Еще чуть-чуть пробегаем, чтобы метеор вас сразу не забил. Уже в рейде. Смотрим. Хорошо, я... Хорошо, Бьянка. Во тьме тогда войд подиспелишь, да? Вообще огонь, Бьянка. Неси. Все РДД свет, все мелики тьма, да? Да, все правильно. Хамты это тоже РДД, они тоже в свету. Перебегаем. Перебегаем, потом ДК не заходи сразу, пусть метеор упадет. Не заходи, не заходи, пусть метеор. Обходим лужу, все, запрыгивай, ДК хилы. Ай-яй-яй. Берните там, блядь. Есть друиды свету? Потом БР, а у нас хила нет во тьме, алей выноси. Войд, что же делать? Ага, таблерон встал. Таблерон я скажу, когда заходить можно во тьму. Пока не заходите. Там потом по БР им всех. А чё, а где Хулипал? Разве? Хулипал в свету. Нету его чё-то. Некрономик выноси. Вообще хила нету, свято. Припал, а чё ты в тьму зашёл? Да забей ты, имба, ты соло отстоишь. Ты свято должен был остаться. Ладно, шаман, сиди пока в свято жди. Потом перепрыгнешь, может. Ладно ж. Смотрите, меняем стратегию, мама, шаман останется. Сейчас, после лезвия, подождите. Шаман свету остается, Хулипал свет выйдешь, шаман. Я скажу, когда. Шаман таблет. У меня ревность пропала, ребят. Я ж 8 сижу, алё. Блядь. Сейчас пропадёт, блядь. Ты ж упал, ты в свету должен был быть. Чё ты зашёл в портал? Я ж не говорил заходить. Эндряга, выноси. Я успел зайти. ШПРки хильте этого. Свет пал. Вышли. Найди в свет за хили. Иди пиздуй свет. Я уже ушел свет. Да все нормально, все в свету. Перебегаем, потом Б, понятно. Че ты агро рвешь? Ханты, есть выход. Тьма, давайте стопнем. Топайте, тьма, блять. Пиздец. Носи, Андриага. Выйдите в свет, когда там захлончится лезвие. Ханты, РДД все. Дайте Геру в свету. Есть шаманы в свету. То вы дайте БР, пожалуйста, счастливый поднимите, в идеале на поднимите. Таблерон выноси. Метеор, квота, через хвост, квота. Так. А ну-ка, свет стопаните чуть. А, кто там? Эндриака, Берни нам. Ты давала БР? Она дала. Эндриака, да. Беги. Ой, бейте все. Бейте все совы. У кого есть БР, вас в свету, поднимите мне, пожалуйста. Счастливый паладина. Поворачивай танк, поворачивай. Ай, блин, не туда. Вообще некрасиво повернул. Я могу выйти из тьмы и дать ПР. Пиздец, блин, чуть не упал. Выноси прист. Не, вроде бы обычки так идет. Поворачивает. Это же не Гера, чтобы так, по кругу, на 90 градусов. Таксон, да, и на шаману, хули ты стоишь? На это криво убиваем, ну ладно. Герда выноси, Герда во тьме, выноси метку. Не, давайте его пойдем. Выноси.
Давайте упадем, нормально играть сделали. Вообще пипец. Не, давайте упадем, мне не нравится. Давайте, блядь, нормально убьем, блядь. Так. Давайте упадем, блядь. Чё за хуйня? Вставай, Серёга. Заебал, пролежишь. Надо ливать, вам ЕП даст войд. Куда вы ливаете, суслятина? Плюс я... не в гильчате. Я еще не давал ролу. Что вы ролите? Просто вот линканул. Зачем? Просто линканул, я не писал ролу, не говорил. Рольте шаманы, паладины. Отдам на хули пава тоже. Нет. Паладин тебе надо? Ну куда вы ливаете, бля? А тебе понятно. Не похуй, чё? Войд ЕП начислил бы. Счастливо отдаю пояс. Ну один останусь себе и продам, то есть. У него уже... Ага, еще раз. Может на другого персонажа хочу перейти? Я написал, я на волка захожу, но... Так, потом плюсанете, дайте разрулю. Если вы на этого персонажа уже получали ИП, пятницу, субботу или воскресенье, то второй раз вы не можете получить. Я локом ходил, на приста получал. Сейчас с пристом пошел, но лока буду получать. Вообще не помню, на кого я получил, кого не получил. Нет, столько много. ПМ все доубите мне. Рольте подвеску быстрее. 94 счастливый. Так он ролит на хила. На оф. Да-да-да, на хила. Я вижу. Значит, глок. Писал, что на БД? Нет. Не писал. Дайте я на него гляну. ДК, Глок, почему ты не написал, что на ДД рулишь? Значит, некрономики отдаю. Да, значит, некрономики отдаю. Вот я не вижу твои записи в РК, что ты на ДД рулишь. Ну, ты то же самое можешь сказать, если бы упала на танк. Вот я забыл, что я на танк рулю. Если идешь в рейд и в каком-то спеке ничего не пишешь, то... Ты автоматически рулишь на тот спек, в котором идешь. Да, просто я на тебя гляну, у тебя даже СРС-ки ни ботинок нету на танка и так далее. Ну да, поэтому на танка. Так, пояс не могу никому дать. Так что да и криминал, пускай понятно. Че, все зашли на ИП? Алло. Глок, а кто у нас там еще? Зоудрина, не наша, да? Исключаем. Да, блин, у нас вот сейчас сколько игроков у нас, да? Ага, 18 как раз, да. Наш. Вылетел просто. Что там, все зашли? Mm-hmm. Да, вроде все, я уже задолбался кричать в гильдию, чтобы плюсовали на ИП, значит все зашли. Да забей, кто не плюсовал, забей хуй, да и все, блядь.